Ну и куда ты приехала? Вообще не знаю. А это Кабацкий лес. Сейчас мы через него проедем и попадем в Огрудек. В ботанический сад. Ну, Огрудек ботаничный. Да, Огрудек ботаничный. Что, нам еще туда ехать? А? Еще 3,6 километра. Итак, лес Кабаты. Жемчужина природы, истории и искусства. Добро пожаловать в лес Кабаты, настоящую жемчужину Польши. Это место, где каждый шаг пропитан историей, где шорох листьев доносит до нас звуки прошлого, а природа окружает величием и спокойствием. Лес Кабаты, расположенный всего в нескольких километрах от Варшавы, занимает площадь в 9000 квадратных километров. Это больше, чем просто лес. Это место, где пересекаются природа, культура и история. Его древние деревья, таинственные тропинки и спокойные пруды хранят множество историй и легенд. Сегодня мы отправимся в путешествие по этому удивительному лесу. Мы узнаем о его истории, откроем его природные богатства, вспомним героев, которые здесь скрывались, и услышим о людях, которых вдохновлял этот лес. Лес Кабаты – это место, где можно почувствовать гармонию с природой и заглянуть в прошлое. История леса Кабаты начинается в 14 веке, когда этот лес принадлежал польской короне и использовался как охотничье угодье для знати. Королева Ядвига Анжуйская, одна из самых известных монархов Польши, любила проводить время в таких лесах. По легенде, именно здесь она однажды встретила простого крестьянина, чья мудрость помогла ей принять судьбоносное решение. В 17 веке лес стал владением княжеского рода Чарторийских. Михаил Чарторийский, один из представителей этой семьи, оставил след в истории кабатов. Говорят, что он часто гулял по лесу, размышляя о судьбе страны. Именно по его инициативе была проложена тропа князя, которая сохранилась до наших дней. Особенно драматичная страница в истории кабатов связана с 20 веком. Во время Второй мировой войны лес стал убежищем для участников Варшавского восстания 1944 года. Здесь партизаны армии Краевой организовали тайные операции, прятали раненых и скрывались от врагов. Одним из героев, которые использовали кабаты в своей борьбе, был Витольд Пилецкий. Он упоминает лес как место, где его соратники находили укрытие и поддержку. Однако важным событием в судьбе леса стало то, что в 1938 году кабаты были объявлены охраняемой территорией. Это произошло благодаря усилиям мэра Варшавы Стефана Стажинского, который видел в лесах вокруг города не только природную ценность, но и возможность дать горожанам место для отдыха и вдохновения. Сегодня лес Кабаты официально носит его имя и называется Кабатский ляс имени Стефана Стажинского. О, народ отдыхает. Как там мужик с рынка сказал, маёвки, маёвки. Ах ты, блядь. Вот это шашлыком пахнет. А?
Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Сейчас у меня будет взрыв желудка с носом. Отражена в искусстве. Лес Кабаты вдохновлял и продолжает вдохновлять людей. Его величественная тишина, мистическая атмосфера и богатая история нашли отражение в литературе, живописи и кинематографе. Польские писатели и поэты воспевали леса, подобные Кабатам, как символ уединения, размышления и связи с природой. Ян Каспрович, известный поэт, описал в одном из своих стихотворений магию леса. В течении дębów głębokie. Światło z trudem przeziera przez liście. Там дух натуры в тиши шепце. И сердце человека łagodnie kołysze. Что в переводе означает, где глубокие тени дубов. Свет с трудом пробирается сквозь листву. Там дух природы шепчет в тишине и мягко убаюкивает сердце человека. Болеслав Прус, еще один выдающийся польский писатель, говорил о природе как о возвращении к самому себе. В głębi lasu, wśród drzew milczących, człowiek znajduje to, co stracił wśród kamienic. Spokój, wolność i szmer wieczności. Что в переводе означает? В глубине леса, среди молчаливых деревьев, человек находит то, что потерял среди каменных домов. Спокойствие, свободу и шепот вечности. В изобразительном искусстве пейзажи Кабатов часто ассоциируются с работами Юзефа Хелмонского. Его картины, такие как «Лес на рассвете» и «Зимний лес», передают атмосферу спокойствия, густой зелени и утреннего тумана, которые так характерны для Кабатов. В кинематографе Кабаты часто становились съемочной площадкой благодаря своей мистической атмосфере. В фильме «Канал» 1957 года Анджея Вайды лес служил символом борьбы. В эпической картине «Пан Тадеуш» 1999 года Кабаты воплощают дух польской природы. Природа леса Кабаты поражает своим разнообразием.
Здесь обитают десятки видов животных, растут сотни видов растений. Среди растительности стоит выделить величественные дубы и сосны, которым более 200 лет. Весной лес покрывается ковром из подснежников, анемонов и барвинка. Животный мир включает благородных оленей, лис, зайцев и кабанов. В тишине леса можно услышать стук черного дятла, одной из самых редких птиц, которые обитают в Карпатах. Также здесь гнездятся совы, чье уханье наполняет лес в темное время суток. Совы считаются хранителями древних тайн, и их появление всегда вызывает чувство мистики. Особенно интересны небольшие водоемы леса. В этих прудах можно встретить уток, а иногда даже черепах. Это уникальные уголки леса, где жизнь бурлит в полной гармонии. Полны легенд и загадок. Первый из них – это призрак охотника. Одна из самых известных легенд связана с призраком охотника. Говорят, что в туманные вечера здесь можно услышать отдаленный звук рога и лай охотничьих собак. По преданию, это дух графа, который исчез в лесу во время последней охоты. Местные жители утверждают, что видели его силуэт между деревьями. Вторая легенда – это заколдованное дерево. В лесу есть старый дуб, который местные называют заколдованным. Считается, что если трижды обойти это дерево по часовой стрелке и прикоснуться к его коре, то желание обязательно исполнится. Древние курганы. На территории Карпатов археологи нашли несколько курганов, датируемых бронзовым веком. До сих пор не ясно, кому они принадлежали и какова их функция. Эти находки придают лесу особую таинственность. Thank you.
лесу Кабаты. Лес Кабаты – это идеальное место для отдыха, где каждый найдет занятие по душе. Природная красота, ухоженные тропы, удобство для посетителей делают этот лес популярным среди жителей Варшавы и туристов. Прогулочные маршруты. Давайте расскажу про них. Кабатский лес предлагает разнообразные маршруты, подходящие как для неспешных прогулок, так и для активного отдыха. Вот несколько самых известных троп. Дубовая аллея. Этот маршрут протяженностью около 3 километров проходит через аллею старинных дубов, которым более 200 лет. Тропа идеально подходит для семейных прогулок и любителей природы, которые хотят насладиться красотой леса без спешки. Озерный маршрут. Эта тропа протяженностью 4 километра ведет к живописным прудам, где можно увидеть уток, черепах и других обитателей водоемов. Это отличное место для фотографов и тех, кто любит наблюдать за природой. Тропа легенд. Протяженность маршрута около 2 километров. Вдоль него размещены информационные стенды с легендами и фактами о лесных духах, старых деревьях и исторических событиях. Этот маршрут особенно интересен для семей с детьми. Также не забыли и любителей спорта. Лес Кабаты привлекает тех, кто любит активный отдых. Здесь можно найти велосипедные дорожки, проложенные через всю территорию леса. Самый длинный маршрут составляет около 15 километров и включает как равнинные участки, так и небольшие подъемы. Беговые тропы. Ежегодно в Кабатах проводится марафон, а также тренировки на открытом воздухе. Здесь часто встречаются бегуны, предпочитающие свежий воздух и природное окружение. Близится зима, ну и, соответственно, катание на лыжах. Когда выпадает снег, лес превращается в зимнюю сказку, а его дорожки становятся трассами для любителей лыж. Ну, так же, как вы видели уже немного раньше, есть зоны для пикников. Для семей и компаний в Кабатах. Они очень уютно оборудованы. Что здесь есть? Деревянные столы и скамейки, специальные костровища, где можно разжечь огонь и приготовить еду. Места с навесами, которые защищают от дождя или сильного солнца. Ну и такие типа домиков без стен, с лавочками, со столиками. В общем, эти зоны популярны в теплое время года, особенно по выходным, как вы видели. Гости часто устраивают здесь пикники, наслаждаясь свежим воздухом и красотой леса. Также в лесу есть и интерактивные развлечения. Для детей и подростков лес предлагает их в широком ассортименте. На территории расположены экологические тропы, где можно узнать о флоре и фауне леса, прочитав информацию на стендах. Маленькие игровые площадки, где дети могут отдохнуть, пока взрослые наслаждаются природой. Квесты по поиску ориентиров. Тут некоторые организаторы экскурсий предлагают необычайные приключения, где дети и не только ищут сокровища леса по заданным координатам. Также, как вы понимаете, есть куда кинуть взор и объектив фотографам и наблюдателям за природой. Кабаты стали любимым местом для фотографов и любителей наблюдать за птицами. Здесь обитают редкие виды сов, дятлов и других животных, которые часто становятся объектами фотосессий. В солнечные дни пруды и лесные тропы создают идеальный фон для пейзажной съемки.
Касаемо релаксации и медитации, для тех, кто ищет уединение и спокойствие, лес предлагает возможность просто наслаждаться тишиной. В последние годы Кабаты становятся популярным местом для занятий йогой на природе, а также для медитации. Многие посетители приезжают сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить душевное равновесие. Что можно посетителям посоветовать? Приходите в удобной одежде и обуви, особенно если вы планируете долгую прогулку. Захватите с собой бутылку воды и легкие перекусы, если планируете длительное пребывание. В сезон дождей возьмите непромокаемую обувь, так как некоторые тропы могут быть сырыми. Если вы любите наблюдать за птицами, не забудьте бинокль. А если вы любите фоткать, возьмите самую лучшую камеру или фотоаппарат. А что пешком, если есть транспортное средство? Экология и будущее леса. Она поехала. Лес Кабаты играет ключевую роль в поддержании экологического баланса Варшавы и ее окрестностей. Этот лес не только природный памятник, но и пример того, как природа может быть сохранена и интегрирована в городскую жизнь. Экосистема леса. Лес Кабаты является домом для десятков видов растений и животных, многие из которых особо нуждаются в защите. Его вековые деревья выполняют важнейшую функцию в экосистеме, обеспечивая поглощение углекислого газа и выделение кислорода. Это особенно важно для мегаполиса, такого как Варшава. Поддержание биоразнообразия. Здесь обитают редкие виды, такие как черный дятел, ушастые сова и лесные куницы. Кроме того, Кабаты помогают регулировать микроклимат региона, обеспечивая снижение температуры летом и удержание влаги в почве. Также существуют угрозы для леса. Несмотря на охраняемый статус, лес Кабаты сталкивается с рядом экологических вызовов. Таких как туристическая нагрузка. Ежегодно лес посещают сотни и тысячи людей, что создает проблемы с мусором и утаптыванием растительности. Инвазивные виды растений. Некоторые виды, такие как борщевик и золотарник, активно распространяются, вытесняя местные растения. Также свою лепту в угрозы вносит изменение климата. А мой внутренний голос... Это увеличение температуры и засухи влияет на состояние деревьев, особенно старых дубов и сосен. Но существуют также и экологические инициативы. Для сохранения леса и его экосистемы реализуется множество проектов. Значит, первое – это посадка деревьев. Ежегодно проводятся акции, в рамках которых высаживаются тысячи новых деревьев. Например, в 2023 году было посажено более 500 саженцев дубов, сосен и лип. Второе – это охрана редких видов. Устанавливаются искусственные гнезда для сов и других птиц, а также создаются безопасные зоны для животных, таких как лисы и зайцы. И третья инициатива – это борьба с мусором. Периодически организуются субботники, в которых участвуют местные жители и волонтеры. В лесу установлены дополнительные урны для сбора отходов. Также помогают и современные технологии на службе леса. Для мониторинга состояния леса используются современные технологии, такие как дроны.
помогают отслеживать состояние растительности и выявлять повреждения. Датчики и камеры фиксируют поведение животных и мониторят их популяцию. Экоинформационные системы позволяют посетителям узнавать о состоянии леса через мобильные приложения. Также проводится просветительская работа. Образовательные программы играют важную роль в защите леса. В Кабатах регулярно проводятся экскурсии для школьников, где дети узнают о важности лесов, учатся бережному отношению к природе. Семинары и лекции. Экологи делятся знаниями с широкой аудиторией, объясняя, как сохранить природу в условиях современной урбанизации. Полевые лагеря для студентов. Лес используется как живая лаборатория для изучения экосистемы. Касаемо будущего леса. У леса Кабаты есть долгосрочная стратегия развития, направленная на увеличение зеленой территории. Планируется интеграция Кабатов с другими зелеными зонами Варшавы для создания экологического коридора. Экопарковка и доступный транспорт. Развитие инфраструктуры, чтобы посетители могли добраться до леса, не загрязняя окружающую среду. И продолжение научных исследований. Экологи и ученые регулярно проводят исследования, чтобы лучше понять, как изменяется лес под воздействием климата и антропогенных факторов. Что можно посоветовать посетителю? Каждый посетитель может внести вклад и должен вносить вклад в сохранение леса Кабаты. Для этого достаточно всего лишь не оставлять мусор, бережно относиться к растениям и животным, не ломать ветки и не беспокоить диких обитателей. Ну, также пользоваться установленными тропами, чтобы не вытаптывать редкие растения. И это нам всем по силам. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что лес Кабаты – это больше, чем просто природная зона. Это живая экосистема, которая требует нашей заботы и уважения. Совместные усилия экологов, волонтеров и простых посетителей помогут сохранить эту природную жемчужину для будущих поколений. Кабаты – это пример того, как можно сохранять природу в условиях современной жизни. Ну вот, я вам и рассказал про лес Кабаты. Много осталось неосвещенного, но если у вас что-то интересует, пишите в комментариях, мы снимем об этом более подробно. Постараемся пройти по всем тропам, где расскажем о каждом интересном месте, о каждой интересной детали этого маршрута отдельно. Спасибо всем за просмотр и всем пока. Muszę przewiać cicho. Tu sosny sięgają nieba wysoko. Historia stara jak las ten trwa. O tych co tu zostawili swój ślad. Królowie polowali w cieniu drzew, gdy Warszawa spała w ciszy bez tchnień. Wiekowe dęby wciąż szepczą nam, że czas się zmienia, lecz one trwają jak łam. O lesie Kabacki, strażniku lat, sobie tajemny świat, legendy i sny w twej ciszy żyją, a powietrze duszę napełnia chwilą. Mówią, że rycerze kryli się tu, w cieniu drzew szukali wiecznego snu.
Las im szeptał, zatrzymaj się, tu pokój znajdziesz, odwagi miej. A gdy wojna pochłonęła świat, partyzanci znaleźli tu schron i ślad. Las obejmował jak matka synów, strażnik wolności wśród dawnych czynów. O lesie kabacki, strażniku lat, skrywasz w sobie tajemny świat. Legendy i sny w twej ciszy żyją, a powietrze duszę napełnia chwilą. Skrywasz w sobie tajemny świat. Legendy i sny w twej ciszy żyją, a powietrze duszę napełnia chwilą. Bogów wciąż tu jest, w każdym szumie wiatru słychać jego gest. Stary czarownik mieszkał wśród drzew, od dawnych czasów las bronił jak lew. Przy jeziorze, gdzie woda jak szkło, mówią legendy, tam ukryte jest zło. Ale wędrowiec, co wierzy w dobro, znajdzie ścieżkę, gdzie światło go poniesie z sobą. Most, pisarze, poeci, artyści, książęta, wszyscy tu szukali swego momenta. Tu duch legionów kiedyś się skrywał, bohaterów wielkich, co prawem się kierowali. O lesie kabacki, strażniku lat, skrywasz w sobie tajemny świat. Legendy i sny w twej ciszy żyją, a powietrze duszę napełnia chwilą. Chronmy ten las jak siebie samych, tu historia trwa. Wśród czasów dawnych kabacki las, strażniku wieku, w każdym drzewie dom naszych praojców. Да. Лесу кабаты шепчет ветерок, здесь сосны шли на небо в вышину дорог. Истории стары, как древний лес, а тех, кто здесь оставил свой след, исчез. Там короли охотились в тени, когда Варшава спала в тишине. Здесь вековые дубы шепчут нам, что времена меняются, но они стоят как храм. О, лес кабаты, ты старый страж, хранишь в себе ты тайный мираж. Легенды и сны живут в твоей тиши, здесь даже воздух полон души. Говорят, что рыцари скрывались здесь, в тени деревьев искали вечный крест. Казалось, лес шептал им: постой, здесь мне покой, не бойся, друг мой. А войну, когда тьма покрыла свет, партизаны нашли здесь свой приют, ответ. Лес обнимал их, как мать сыновей, защитник свободы, живой символ дней. О, лес кабаты, ты старый страж, хранишь в себе ты тайный мираж. Легенды и сны живут в твоей тиши, здесь даже воздух полон души. О, лес кабаты, ты старый страж, хранишь в себе ты тайный мираж. Легенды и сны живут в твоей тиши, здесь даже воздух полон души. Говорят, что рыцари скрывались здесь, в тени деревьев искали вечный крест. Казалось, лес шептал им: постой, здесь мир покой, не бойся, друг мой. А войну, когда тьма покрыла свет, партизаны нашли здесь свой приют, ответ. Лес обнимал их, как мать сыновей, защитник свободы, живой символ дней. О, лес кабаты, ты старый страж, хранишь в себе ты тайный мираж. Легенды и сны живут в твоей тиши, здесь даже воздух полон души. О, лес кабаты, ты старый страж, хранишь в себе ты тайный мираж. Легенды и сны живут в твоей тиши,
Свяже воздух полон души. Здесь таинственный дух лесных боков. Слышен в каждом шорохе среди дубов. Старый колдун однажды здесь жил. Он с древних времен этот лес защитил. А у озера, где вода как стекло, легенды твердят, там спрятано зло. Но путник, что верит в добро, найдет тропу, где лесной свет его поведет. Писатели, поэты, артисты, князья все вдохновлялись сюда, приезжая. Скрывался здесь и дух легион.